Я один вопрос задам. Надежда Николаевна, можно еще раз вопросить? Да, вот мне всю жизнь из-за зрения запрещали сдавать кровь. Но я уже сейчас пенсионер, мне уже не страшно. Можно мне попробовать тоже сдать кровь? А что у вас со зрением? Ну, один глаз ослеп. Нет. Является противополная слепота глаза, является противопоказанием. Ну, не полностью так. Ну, по нашим руководящим документам. Да. Вот. То есть противопоказания бывают не только вот такому. Бывают абсолютные, бывают временные. То есть есть физиологические какие-то противопоказания. Конечно. Потом все равно нужна все-таки справка от врача. Ну, какие-то есть возрастные там патологии, все равно какая-то есть, да? Ну, потому что и чем, а кроводача тоже считается как операция, это дает 450 мл крови, 35 мл просто идет на обследование. И поэтому, конечно, надо смотреть, если же разбираться, как то этот вопрос... в возрасте, да, вопрос, конечно, тут надо тоже оценивать состояние здоровья, чтобы не навредить. Наша заповедь не навредить. Ну вот. А я так поддался вашим духам. Я думаю, вдруг. Но мне отказывают уже не первый раз, да. Каждый раз. Я думаю, что может возраст идет и как-то. Ухудшится зрение на здоровом глазу. Потому что он же вас несет функцию того и другого. Вот. Потом какая патология, я тоже не знаю, я же вижу первый раз вас правильно. Тут тоже надо. Ну, раз окулист запретил, значит запретил. Ну, вообще, так, возрастная группа, она, наверное, не очень велика, да? Ну, ты... раньше у нас было от 18 до 60, потом вот это вот отменили, и сейчас, в общем-то, ну, вот с ним здесь по состоянию здоровья оцениваем. Угу. Потому что... То есть пенсионер все-таки может прийти, попробовать, но не факт, что его... Да, не факт, что он будет потом это хорошо. Себя чувствовать. Потом мы уже, знаете, в таком возрасте, когда лекарственные препараты применяют, понимаете? Ну да. Вот, да. Ну, там и гипертонические болезни, сердечно-сосудистые заболевания, понимаете? Да. Почти 100% вот сидят все на каких-то. Какая-то патология есть у человека, зачем же себе вредить? Он-то считает, что это мелочь, но подумаешь. Да, да, это... Это очень серьезное. То есть абсолютно здоровый нужен человек. Да, человек должен быть абсолютно здоровым. Донорство произойти. Спасибо, что отказал.